их было 14, и они вынуждены выживать на улице. Сейчас уже 9. Пока о них заботится несколько волонтеров. В Заволжском районе Ярославля живет целая семья малышей. Неравнодушные ярославцы сначала выкармливали их из пипеток. Сейчас регулярно приносят еду. Кто сколько может. Щенки не доедают, но бодрые, веселы, как дети. Им 1,5 месяца, и они очень хотят найти своего человека. Также нужна помощь кормом. Если вы готовы помочь, обращайтесь в редакцию Первого Ярославского. Мы дадим координаты волонтеров. В первую очередь, конечно, нужно пристроить щенков в нормальные, заботливые руки, ответственные. Они будут небольшого размера, собственно, это не на цепи, не на охрану, собаки для души.